Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Меня зовут Ольга Румянцева. Тема программы «Русь в творчестве Николая Рериха». Со школьных лет Николай Константинович Рерих интересовался историей. Еще 9-летним мальчиком он принимал участие в раскопках курганов в Изваре возле имени своего отца. Юношей, поступив в Петербургский университет по настоянию отца на юридический факультет, все-таки он больше слушал лекции на историческом факультете. Параллельно он учился в Академии художеств. И первой его большой работой была огромная его картина, которая называлась «Гонец восстал, род народ», которой он начинал свою большую серию «Начало Руси славяне». Работа была настолько великолепно выполнена, что была приобретена Третьяковым для его галереи, что необыкновенная удача для совсем молодого художника. Вот эта серия «Начало Руси славяне», она поразила уже сразу всех современников. На Рериха обратили внимание. Он написал много картин в этой серии. Здесь вы можете увидеть очень интересное полотно «Идолы». Такое впечатление, что только что здесь происходило священное действие, что люди молили или о том, чтобы пролился дождь на поля, или выглянуло солнце и осветило все пространство для того, чтобы росли злаки, для того, чтобы цвели цветы. Надо сказать, что Рерих писал эту серию маслом. И для него характерно в это время было создание картин таким пастозным мазком, который передавал такую первозданность дерева. Вот эти вот вытесанные из дерева идолы, которые имеют такие удивительные совершенно маски. Рерих очень четко знал, как это все выглядело, потому что изучал это в источниках, много занимался в публичной библиотеке и советовался со Стасовым, который подсказывал ему какие-то детали этих полотен. К этой же серии можно отнести картину «Строят ладьи». Собственно, это парная картина ко второй «Строят город», который находится в Третьяковской галерее. «Строят ладьи» – удивительная совершенно работа. Она наполнена таким пафосом созидания, делания. Люди вышли на работу в белых рубахах, как на праздник. Ощущается ритм вот этого слаженного труда. И такое впечатление, что слышен стук топоров, такое впечатление, что запах стружек доходит до вас. В 1903 и в 1904 году, в летние сезоны, с Еленой Ивановной Рерих со своей женой, другиней Ладой, как он ее называл, он едет по старым русским городам, и там везде пишет множество этюдов. Он называл это поездкой за стариной. Он писал древние крепости, кремли, храмы, древние церкви и интерьеры, их внешний вид. Он считал, что это великолепные памятники, которые недооценены людьми. И в 1904 году свои работы, а он сделал их более 100, он показал в Императорском русском музее. Эту выставку посетил и Николай II. В 1906 году в Америку, в Сан-Луи, была послана большая выставка работ русских художников. Там было около 800 работ, и в том числе 75 этюдов Рериха. Кстати говоря, за эти этюды Рерих там получил серебряную медаль. Так сложились обстоятельства из-за нераспорядительности у строителя выставки, что все картины были распроданы с аукциона, в том числе и этюды Рериха. Когда ему об этом сказали, он был очень возмущен. Он говорил, что это грабеж посреди бела дня. Немного погодя, он говорил, что ну что ж, пусть будут мои картины русским приветом на американской земле. Но когда в 20-е годы он оказался в Америке, он там неоднократно говорил, что очень жалеет, что именно русская серия оказалась за рубежом, что именно сердцу русского человека эти работы наиболее близки, а кроме того, могли бы послужить и для реставрации. И вот удивительная вещь. Прошло очень много лет. В 1974 году
Святослав Николаевич Рерих приехал на столетний юбилей своего отца. И когда он увидел, какое внимание к наследию отца, как его любят, как его почитают, какой серьезный научный подход к его изучению, он обратился с просьбой к другу семьи Кэтрин Кэмпбелл Стиббе, которая была президентом Совета директоров музея Рериха в Нью-Йорке. Она обладала очень большой коллекцией Рериха, и в том числе вот этими, но не всеми, а 42 этюдами русской архитектурной серии. И она передала их нам, передала их в Россию. И была очень счастлива, что может вот так исполнить волю Николая Рериха, которого она очень почитала. Рерих поместил вот эти вот великолепные памятники старинные в прекрасную русскую природу. Они окутаны хоженными тропинками. Вокруг можно увидеть купы деревьев, можно увидеть на белых памятниках великолепные отражения от разного состояния природы. Рерих очень любил русскую природу. В 22-м году, находясь в Америке, Рерих пишет картину «Голубиная книга». Это тоже славянская тема, на тему древнего апокрифа 3-4 веков. На этой картине изображено, как из черной-причерной тучи с неба людям сброшена книга глубинных знаний, которая должна помочь человечеству жить счастливо на земле. По легенде, ее пытаются прочитать цари, князья, монахи. Книга написана непонятными письменами. Народ ждет в отдалении, в полном молчании, ожидая, когда же секрет счастья на земле будет узнан через эту книгу. И вот эта легенда переходила из уст в уста. И глубинная книга стала называться в изустной передаче «Голубиной книгой». Поэтому Рерих и называет эту картину «Голубиная книга» и на переднем плане изображает трех голубей. Необычайно красив колорит. Золотистые храмы вдали, карминно-красная одежда царя на переднем плане, удивительно изумрудная зелень, где изображены вот эти вот голуби. То есть здесь Рерих уже пишет темперой. Он отказывается от масла, и после 1906 года к маслу больше не возвращается, потому что его картины, написанные маслом, очень потемнели от времени. В том числе, кстати говоря, и архитектурная русская серия, и первое его большое полотно «Восстал род народ» или «Гонец» тоже очень сильно потемнели. Если говорить о русских сюжетах в работах Рериха, то здесь нужно упомянуть, например, картину «Святогор». «Святогор» написана в 1938 году. Древний богатырь, могучий, в шлеме боевом. Такой же статный конь, который может этого богатыря нести на себе. И надо сказать, что не зря написана эта картина в 1938 году. Горький называл Рериха великим интуитивистом за те серии, которые были написаны в предвоенные годы в 1912 году. 1938 год – очень тревожный год для Европы и для России, тем более, и не случайно Рерих пишет именно такую работу. Во время войны он пишет очень много полотен, связанных с военными событиями. В том числе в 1942 году он пишет картину «Ярослав Мудрый». Во всех этих работах Рерих говорит о том, что и героизмом, и мудростью, и подвигом своим русский народ непременно победит своих врагов. Рерих очень любил Россию, и находясь даже далеко, когда жил в Америке, и когда находился в долгие годы до конца своих дней в Индии, он весь был душой с Россией. Не случайно, когда писал письмо к вдове Леонида Андреева, он там написал: «Я могу путником пройти по странам мира, но огонек родного дома должен светить в России».